Всем привет! С вами Тристания, и я рада приветствовать вас! Сегодня я покажу вам процесс создания вот такого кулона. Начнем! Для работы нам понадобится полимерная глина черного цвета и смешанные остатки синего и голубого оттенков. Раскатываем черную полимерную глину в пласт 2,5 мм толщиной. Катером вырезаем заготовку и щеткой наносим текстуру с обеих сторон. Лезвием задаем необходимую форму. Остатки перекручиваем в жгут произвольное количество раз, но не до полного смешивания цветов. Затем катаем нить и прокатываем ее на паст-машине на минимальной толщине. Полученный тонкий пласт начинаем скручивать в бочонок до размера, который нам необходим. Затем снизу начинаем вытягивать наш бочонок и лишнее обрезаем, получается нечто напоминающее цветочек. Таких элементов необходимо 3 штуки. Укладываем элементы на заготовку и продолжаем декорировать оставшуюся часть кулона. Для этого берем все те же остатки, катаем из них тонкую нить и украшаем завитушками, листочками, шариками. Продолжаем декорировать. В таком виде отправляем на обжиг при температуре, указанной производителем. Когда кулон остыл, я присоединила фурнитуру и готова! Вот что у меня получилось в итоге! А наш урок подошел к концу. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно со мной. Оставляйте комментарии, ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. До новых уроков!
Пока-пока!